Всем привет! Вот у нас что есть для Ливсика. Новая цацка. Он уже одну бусинку, пока я не видела, снял. Ну вот, мы будем сейчас снимать с ним видео. На, разбирайся с счетами. Покажи, как ты. Вот, видите, еще одной бусинки нету. И что-то его синие пристили. Он синий все, а уже и зелененький. Вот занятие ребенку. Обалденное занятие, да? Ну не надо тренать. Ну пусть ломает. Так, выключи. Алиска. Счетами уже никто не считает. Вот так, видишь, как семечки. Между прочим, не такие легкие. Между прочим, они не так просто их вот так. Нормальный человек их так просто и не снимет. Только главное выплевывать. Все равно Ливсику нравится весь процесс чего-нибудь сломать. То есть с большим восторгом он это делает. Да, вот. Пошла жара. Пошла жара, скажи Ливсик, да? Вот как стреляет классно, да? А давай так, это будет вода на пейзанке. Только сейчас надо баночки снимать это. Это мы сейчас все выбросим. Да? Вот так. Классная цацка. Ты мастер, ломастер. Нет, чтобы что-то построить. Главное все сломать, да? Давай, доламывай уже, доламывай. И потом машину. Машину сломать? Да. Вот Ливсику нравится. Нравится ему все, вот процесс. Фу. На. Это будет подарок лизанки. Это подарок лизанки. Ливсик, ты не хочешь доделать работу? И куда? И куда? Ой, какая наглая птица! Кто здесь наглая птица? Кто тут такая наглая птица? Ах ты! Ах ты, нахалюга! В общем, ясно. Счетом пришел конец. Как, впрочем, и всем игрушкам, которые дарятся Ливсику. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо вам за просмотр и счастливо!